Почему ты идешь, Натаха? У тебя есть парень, которому тыжит тебе мозги, выносит их. Ты разрываешься между ним и сценой, любовью и своей мечтой. Я понимаю, что время, оно не ждет, и мы взрослеем. Я не знаю, что будет, но я уверена, что моя мечта осуществится. Привет. Ну, у меня не получится встретиться сегодня. Не могу, потому что у меня через полтора часа поезд. Все, все, все кончено, все, пока. Здравствуйте. Привет, как дела? Меня зовут Дементьева Наталья, мне 26, много очень лет. Я с Урала, а именно город Златоуст. Какого хрена здесь делаешь, Антон? Что ты снимаешь, а? Наташ, ну... Что? Что? Проходил здесь недалеко. Ты вечно за мной, блядь, ходишь по пятам. Что ты проходил здесь? Наташа, я люблю тебя! Мечта, она так близка и красива.